Командная победа, все отработали, все сыграли как надо. И я хочу сказать, что футболисты, выходящие на замену, внесли большой вклад. И Артем Дзюба забил гол, и Денис Черышев. И вновь момент у Дениса. Ох, какой гол! Браво! Браво, Шведой в дальний угол, 4-0. Вот это гол! Блеск! Последние секунды матча, и вот какой гол! 4-0! Какая важная победа! Здесь как бы нам намекают, что не было ли офсайда. Нет, офсайда нет, потому как лайнсмен принял очень хорошую, занял очень хорошую позицию. И посмотрите, удар какой! Удар шведкой внешней стороной стопы! Резаным ударом отправляет мяч над голкипером.